Езидов не оставляют мысли о том, что с ними происходит. Это продолжается и сейчас. Их пытаются уничтожить как народ. Эти люди, живущие на севере Ирака, говорят, что их массово убивают и пытаются обратить в другую веру. Хуже всего приходится женщинам и девушкам. До сих пор ничего не известно о судьбе 3500 из них. Некоторым удалось убежать сюда. 18-летняя Ханнан вспоминает день, когда пришли боевики из группировки «Исламское государство». Их было 20, с длинными бородами и оружием. Сказали, что заберут нас в Мосул. Мы отказались. Нас избили и потащили к машинам. Некоторые из нас пытались совершить самоубийство, но у нас забрали все, чем можно себя убить. Они называли езидов безбожниками и сказали, что теперь мы будем жить как мусульмане. Многих девушек забрали для секса. Мы не знаем, где они сейчас. Нам сказали, забудьте о своей прежней жизни. На видео довольные и оживленные боевики. «Сегодня, даст Бог, будет рынок рабов», — говорит один из них. Это похоже на нелепую шутку, но мужчины подробно обсуждают цены на женщин-езидок. Боевик смеется и говорит, что девушки с голубыми глазами стоят дороже. Хаму продали в рабство как служанку. Нас выставили на продажу. Приехало много боевиков. Мы и плакали, и умоляли, ничего не помогло. Их шейк взял деньги, каких-то 12 долларов, и сказал, «Столько ты стоишь». Люди обескуражены. Некоторые женщины забеременели. Они не говорят о том, что случилось. Они переполнены стыдом и скорбью. В Исламском государстве не скрывают, что используют женщин как секс-рабынь. По этому поводу есть даже свод правил. В нем говорится, что можно захватывать христианок, иудеек и езидок. Тут сказано, что воин может спать с девственницей сразу после того, как он ее приобрел. Мало того, тут даже говорится, что при желании можно заниматься сексом с девочками, не достигшими половой зрелости. Женщин можно покупать, продавать, дарить. От них можно избавляться как от собственности, если воин умирает. Это безнравственный и очень мрачный документ. Это жертвы работорговли в 21 веке. Езиды все еще ждут тех, с кем им пришлось расстаться, но они знают, что шансов на их спасение немного.